Разбирательство по делу одесской зоозащитницы Виктории Казаченко, которую обвиняют в клевете, продолжается. На сегодняшнем судебном заседании двое мужчин заявили, что ранее не знали женщину лично. По их словам, она выступила организатором митинга по защите животных от догхантеров, на котором были плакаты с их изображением. Истцы считают, что за плакаты на митинге и их содержание отвечать должен организатор. В свою очередь, зоозащитницы утверждают, что эти плакаты на мероприятии не видела, а их авторов лично не знает. До момента звонка их адвоката я вообще не знала о их существовании. В момент митинга я стояла впереди людей, и я просто, как говорится, не видела, что там за моей спиной вытащили. На этом судебном заседании на меня навешали все 13-й год и 15-й год, какие-то встречи с зоозащитниками, какие-то разбирательства со следователями. Знаете, меня все время, я понимаю, что нельзя было нарушать судебный процесс, когда он шел, все время возникал вопрос, а где здесь про меня? Я прошу вибачення, що, чесно говоря, на людському рівні, що мені довелося подати до суду проти вас. Але це була єдина змога привернути увагу суспільності і вашої організації. Я не знаю, чи вона у вас одна, чи їх є декілька. Також хочу сказати, що якби після того, як ми подали заяву, до нас просто б зателефонували і сказали, хлопці, так сталося, давайте спочатку ми спробуємо це вирішити між собою, то я думаю, що цього засідання, витрати часу усіх присутніх, просто б не було. Це просто один, скажем так, епізод, і весь этот митинг з нашими плакатами – це тільки лише один случай. Некая група зоозащитників, я не говорю, що це конкретно Вікторія, потому что эта группа большая, там есть разные люди, какая-то структура, я не в курсе всего этого. Вот они решили, что вот Дмитрий, он убивает животных. После этого они просто взяли фотографию и распространяют ее. С моей странички в соцсетях скопировали. Фотография старая, 2006 года. Фотографии мужчин, по их словам, гуляли по сети с обвинениями в догхантерстве еще в 2013 году. Виктория Казаченко утверждает, что занимается зоозащитой около года, поэтому к этим фактам отношения не имеет.